приехал Виктор Толганович. В этот раз Ролану повезло. Будет новые фотки на аватарку. Пальцы. Чуть-чуть присядь. Тройной боковой. Бывай, Фарлан. Есть. Давай, заряжай. Пойдет. Не торопись. Пойдет. Жди. Жди, рано. Ага. Есть. Жди, жди. Есть. Ах, чуть-чуть, блин. Идет. Давай. Есть. Даже лучше. Ага. Нет, четверка. Сегодня Орлан у нас один. Все остальные пока разъехались на выходные. Хотя у нас на выходных больше времени тренироваться. Суббота, воскресенье. Но зато у него будет полноценная тренировка. Как... Есть! В тигра попал, кажется. Жди, жди! Есть! Четверка. Уже. Ха-ха! О! Молодец! Давай для закрепления еще раз тройной. Потом пойдем стрелы собирать. Сегодня у нас получается такая индивидуальная тренировка. Ну, в принципе, наверное, так и надо было. Заниматься. А через мини есть, в принципе, уже... Есть. У них были уже индивидуальные. Есть. Повисла стрела. Индивидуальные тренировки уже были у Ачиросмини. Вот сегодня у нас тренировка специально для Орлана. Он уже научился стрелять в полуприседе. До этого он сидел в седле вот, прям полностью. И поэтому болтал и промахивался. Сейчас он уже попадает. Все в три мишени. Сейчас будем переходить на угловую мишень. Все, завязывай. Пойдем стрелы собирать. Завязывай, пойдем стрелы собирать. Так он попал. Третью мишень. Спереди. То есть выстрел торопится. Все стрелы под углом. Плюс у нас, точнее не плюс, а минус. У нас одна стрела сломалась. Это уже стрелы. Это прошлогодние стрелы. Еще когда Мерген с Саммерболдом были. Покупали эти стрелы. Вот так вот. Не ломается. Даже при попадании. Ну, в принципе, неплохо. 4-1-1 молоко для таких первых полноценных тренировок. Это у нас вторая мишень корейского маршрута. 2-3-4-1. А это первые стрелы, вот они. Вот это где-то 3-4 проездка. Вот здесь он опоздал. Он не успел, у него с тетивы вылетела стрела, хвостовик. И он с запозданием стрелял, но он стрелял вовремя, получается. Стрела легла ровно и практически в центр мишени.
То есть это говорит о том, что если стрелять перпендикулярно, стрелы летят точнее. Ошибка новичка, ну и вообще в принципе то, что мы торопимся, и у нас стрелы ложатся боком. И мы мишени не видим еще. То есть, если вот так стрелять, то они точнее попадают. Двойная мишень. Вольф Орлан. Угловая. Выстрел вперед-назад, самое сложное, наверное, в корейском маршруте. Это выстрел вперед-назад. Назад, скорее всего, сложнее. Несколько вперед. Есть, попал. Успеваешь, давай. Ага, почти. Стойко попал. Молодец. Есть. Третья попытка, отработка второго углового. Первую мишень попадает, а вторую вот чуть-чуть немного не хватает. Сейчас, я думаю, получится. Угу. Есть мишень, вот-вот. А-ха-ха, попал. Есть тигр. А, чуть-чуть не дотянул, видать. Ближе, ближе. Есть. Давай. Ага, попал. Уже лучше. Тройку, кажется, выбил. Поехал. Есть, давай, успеешь. Давай, давай. Ага, пойдет. Сетевые слетело. Ну ничего, почти попал. Во второй, первый попал. Ага, есть. Есть. Такие вот попадания у нас, мишень назад, вот одна в стойку, 4 мишень, пятый там лежит. И вот она передняя мишень. Ну, вперед, конечно, попаданий больше, то есть она полегче. Раз, два. 2 единицы, 2, четверка, пятерка, 3 и 2 в стойку. Того сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще 9 попыток. Там 4, здесь 9, да? Вперед практически почти не промахнулся.